Привет-привет, мои хорошие! Сегодня у нас видео будет косметическое. Хочу рассказать вам о турецкой марке косметики и уходовых средств Фармаси. Фармаси, кому как нравится. Вот оно. У меня никогда ничего не было с этой марки, никогда не покупала ничего. Мне это все пришло на обзор. Поэтому свое мнение высказать об этой косметике, об этих средствах я пока не могу. Я просто вам покажу. Но я спросила у Золовки и спросила у дочери мужа, что они думают об их продукции. Они сказали, продукция у этой компании хорошая, в основном натуральная. Вот, я передаю их слова. Вот такая вот коробка приходит тем, кто только зарегистрировался. Стоимость этой коробочки 60 лир. Она называется Башланги Читри, коробочка для начинающих. Я вам сейчас покажу, что в ней есть. Ну, контракт, наверное. Кошки, это не добро пожаловать и так далее. Вот такое вот средство, чистящее средство для дома. На некоторых средствах есть запись на русском языке, на этом же нет. Такое чистящее средство, здесь 500 миллилитров. На 5 литров воды 25 миллилитров средства. В принципе, немного. Экономично очень даже. Очень даже экономично. Закрыто, естественно же. Потом расскажу в последующих видео свое мнение об этих продуктах. Так, это у нас что? Это у нас шампунь для всех типов волос с питательным эффектом масла черного тмина. Секунду, у меня тут чай, секундочку. Так, с маслом черного тмина. Так, здесь же есть на русском языке. Питательный шампунь доктор Туна. Это эффективное решение для сухих, поврежденных, тусклых и слабых волос. Его специальная формула, обогащенная маслом черного тмина, глубоко очищает кожу волос. Кожа волос это как? Не знаю. И питает волосы. Некоторые вещи я уже открывала. Запах так себе. Запах мне не нравится. Мыло. Мыло тоже доктор Туна. А мыло с чесноком. Чесночное мыло. Вот оно. Красивая упаковка, можно даже на подарок. С двух сторон надпись. Натуральное мыло написано. Запах приятный. Мне нравится, даже, знаете, совсем чесноком не пахнет. 100 грамм, по-моему, здесь. Да, 100 грамм. Так. Дальше идет у нас зубная паста. Вот. Зубной пастой буду обязательно это пользоваться, расскажу вам, как она. Дальше идет BB-крем. Есть тут внутри запись, и на русском есть. И на самом креме есть ультралегкая формула крема. Обладает рядом преимуществ. Она помогает скрыть недостатки кожи, не забивая поры. И так далее. Здесь очень мелко все написано. Вот такой вот крем. Тон не знаю какой. Наверное. Честно, я не знаю. 50 миллилитров. Один. Я уже такой открывала, мне их два пришло. А, вот он, кстати, его открывала. Так, с BB-крем входит. А, вот же тон, господи, 0,2. Дальше у нас идет вот такой вот бальзам перцовый для массажа. Мне очень нужная вещь, я обязательно его попробую, свою спину помассировать. Попробуем. Но жалко, что мало. Все закрыто, упаковано. На русском языке есть.
Используйте бальзам двойной эффект с паприкой и чили после длинного напряженного дня благодаря чудодейственному сочетанию формулы экстракта красного перца, имбиря, крапивы, ментола и эфирных масел. Бальзам ускорит ваши, успокоит ваше тело и душу. А это очень важно. Бальзамчик. Сколько здесь? 125 мл. Вот такая вот маленькая маска. Черная маска. От чего она, интересно? Для всех типов кожи. Черная маска. Наверное, это как и все маски для, от черных точечек. Я такими масочками не пользуюсь, но я дам попользоваться тем, кому она нужна. Помада. Вот так выглядит. Покажись. Красивый цвет пыльной розы. На чем бы показать-то? На руке не хочу, я покажу вам на бумаге. Новый метод. Сейчас мы нарисуем. Ой, на бумаге, конечно, цвет вообще не отображается тот, какой в реальности. Нет, лучше на руке. И не хотела возиться, потому что я в белой кофточке. Вот он. Цвет красивый. Такая вот помадка тоже приходит. Где у нас колпачок? Убежал колпачок. Интересно, как называется цвет? Да-да-да-да-да-да. Не знаю. И пробник мужских духов. Почему мужских? Кватро Ария. Интересно. Хороший запах. Ну, знаете, хороший, плохой запах тоже. У каждого свой вкус. Мне нравится. И вот такие вот маленькие пробники. Это, скорее всего, наверное, крем для лица, я так думаю. 5 штук. Вот, все. Вот это вот коробочка для начинающих. Стоимость ее 59,99, точнее 62, будем говорить. Вы регистрируетесь и получаете такую коробочку за 60 лир. Теперь я покажу еще, что мне пришло. То, что не входит в эту коробочку, то, что вы можете отдельно заказать в каталоге. Так, пришли мне вот такие вот каталоги тоже. Ага, простите. Что такой пакетик красивенький. Вкладыш каталога. И вот такие вот каталоги. Это у нас февральский. Это у нас за март. Знаете, я очень люблю запах вот такой глянцевой типографии. Вот именно вот такой глянцевый. Я просто балдею от этого запаха. Даже больше, чем от парфюма. Так, что мне пришло? Детский лосьон. Лосьон для тела. Я деткам не мажу лосьоны, кремы, масло. Вот это все я не мажу, так как кожа у детей, иншалла, хорошая. Может быть, сама попользуюсь. Еще один такой же BB-крем. Точно такой же, как тот предыдущий. Помада. BB-помада. Откроем, посмотрим, что за помадочка. Так выглядит. Открываем. Ну и тоже потемнее цвет. Так. Вот она. Ну, тоже цвет красивый. Девушка знала, какие мне цвета нравятся. Дальше что пришло? Маска пришла для лица. Детокс-маска для лица. Предназначена для очищения и детоксикации кожи лица и шеи. Выводит токсины, сужает поры, устраняет все невидимые загрязнения, увлажняет и насыщает кислородом эпидермис. Придает природное сияние, свежесть и молодость кожи. Подходит для всех типов кожи. То, что мне нужно. Маски я люблю. Вот такая вот маска. 80 мл. Аннотация здесь внутри тоже есть. Это тоже доктор Туна.
Так, дальше, дальше, дальше. А, крем для рук тоже доктор Туна с календулой. А, тоже на русском языке. Крем для рук с маслом календулы разработан специально для потрескавшейся и огрубевшей кожи рук. Он интенсивно увлажняет кожу, помогает уменьшить появление пигментов пятен и веснушек. Эффективно снимает раздражение и обеспечивает комплексный ежедневный уход. Вот такой вот крем для рук. Тоже обязательно буду пользоваться. Тени. Тени цвет выбирала я сама. Нос чешется. Так, вот такие вот тени. Палетка такая, знаете, нюдовая. Вот это вот только шиммерный. Эти же хорошие такие цвета. Они подходят на каждый день. Ведь это вообще нюдовый цвет, его практически не видно. Так, повторюсь, вот этот вот шиммерный, а два других нет. Так, 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 сколько всего здесь граммиков? Всего 6 грамм. Номер 02. Палетка номер 02. Еще, что у меня здесь? Осталась вот эта вот помада еще одна. Жидкая помада. Номер первый. Похоже на матовые помады, которые сейчас в моде. Но она не матовая, она не засыхает. Она остается вот такой же вот блестючей. Вот так она переливается. Такой вот цвет. И пришли мне две туши. Давайте вот это вот в коробочке, которую я открою сперва. Starlook. Вот такая вот. Ух ты, какая щетка. Ай, да-да-да-да. Намазала нос. Запах немножко рисковатый. Ну, в принципе, как и у всех тушей. Но щетка такая интересная. Тушами я часто не пользуюсь, но попробую, конечно. Вот вторая тушь. Вот так она выглядит. Так, здесь другая щеточка. Такая обычная. Здесь запаха резкого нет. У той был немножко резкий запах. Вот все, что мне пришло, мои хорошие. Кто пользовался косметикой Фармаси или Фармаси, не знаю, как правильно, напишите, пожалуйста, как вам нравится, не нравится. Отзывы будут очень интересны. Так, фокус, пожалуйста. Будет очень интересно. Кто не пользовался, всю информацию, где можно это все заказать, я оставлю в инфобоксе под видео. Не забывайте заглядывать туда. Все контакты, у кого вы можете заказать, все будет в инфобоксе под видео. Спасибо, мои хорошие, кто смотрел, кому было интересно. Не забываем ставить лайк. Пока-пока. Любите себя, ухаживайте обязательно. Не забывайте про себя.